Вот так выглядят апартаменты Next Orange. Находится на пересечении улицы Кабаладзе и Ина Саридзе. Вот офис здесь. Вход в сами апартаменты, в фойе, сбоку чуть-чуть. Сейчас пройдем, покажу. Здесь офис самого Next Orange находится вот. А вход в подъезд здесь сбоку. Возле подъезда детские качели небольшие. Тут лавочки. Ну вот само фойе. Само фойе, ресепшн здесь находится. И вот здесь левее сразу за лестницей лифт. Хочу показать обзор апартаментов в Next Orange. Этот номер человек купил для себя, эту квартиру, но в дальнейшем планирует, наверное, сдавать ее. Вот сейчас мы здесь живем. Справа от нас находятся вешалки. Тут небольшой шкаф. Дальше посмотрим ванну с туалетом. Душевая кабина. Умывальничек, унитаз. Проходим далее. Вот и сама комната. Такой вот панорамный вид. Есть кондиционер. Небольшая кухонька. Раковина. Газовая плита. Стиральная машина. Все необходимое есть. Есть Wi-Fi, но телевизора нет. Проходим на балкон. Вот такой вот вид. Немного видно гор. Бойлер, газовое отопление, кондиционер. Ну, балкончик такой. Не маленький. Вот с этой стороны как выглядит квартира. Вашему вниманию еще одни апартаменты Next Orange, которые сдаются в аренду. Здесь у нас вешалки, шкаф. Так, зайдем сразу в ванну, туалет. Душевая кабина. Умывальник. Есть стиралка. Бойлер.
Идем дальше. Вот, собственно, сама комната. Диванчик раскладной. Стол, еще один диванчик. Газовая плита. Микроволновая печь. Чайник есть. Есть приборы, минимальный набор. Кондиционер работает. Ну, пройдем на балкон. Помоги открыть, наверное. Пока долезть. Пролезешь там? Пролезу. Такой вот балкончик и такой вот вид. Вдалеке видны горы, ну а так стройка. Батуми у нас весь в стройке. Вот такой балкончик. Все, это был обзор апартаментов Next Orange.